здесь был очень-очень крутой склон, бордюрного камня не было. И получается, был спуск прямо к машинам. Екатерина Бочарова живет в деревне Брехово в микрорайоне Школьный. Она председатель совета дома. Здесь возле каждого подъезда есть пандус. Однако этот не был благоустроен. Вместо плавного спуска была травмоопасная горка. Чтобы решить этот вопрос, жители обращались на выездную администрацию. Спустя время выехали профильные службы, которые провели осмотр, подтвердили факт травмоопасности. И вот недавно нам сделали прекрасный пандус. Все соседи безумно довольны. Впереди зима, мы понимаем, что мы сможем спокойно ходить, и нам не будет скользко. Никто не будет падать, и не будет никаких травм. Соседи действительно оценили благоустройство. Этим пандусом пользуются молодые родители и люди с особенностями здоровья. Раньше было опасно, неудобно вообще коляской проезжать. Сейчас вот стало намного комфортнее, удобнее. Бытовые, коммунальные и общественные вопросы жителям могут помочь решить на выездных администрациях. В этот раз встреча прошла в Старых Химках на проспекте Мира. Люди могут подойти и после работы, вот, и во время рабочего дня. Вопросы оперативно решаются обычно какие-то простые, которые можно оперативно, прямо онлайн. А остальные вопросы отдаются на рассмотрение, ставятся в план и в плановом режиме решаются. Такой формат общения химчане уже оценили. И к специалистам профильных служб выстраивается очередь. Большинство вопросов в этот раз затронули темы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Меня принял, и мне человек со мной разговаривал. И очень категорично так все пообещал. Вот я все-таки верю, раз так человек, ну, так уверенно говорит, что вопрос будет решен. В этот раз к специалистам разных служб округа за помощью обратились 120 человек. Следующая встреча жителей и власти пройдет в Сходне 14 ноября. Юлиана Мазырина, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.